Сейчас смотрите, где Блэссе Блэт, это Словения. Мы приехали на озеро Блэт. Ну, сейчас там еще доехать до него надо. Но вот такие вот мы себе сделали каникулы весенние. Ну, как сказать. Сейчас Пасха, праздник. И мы решили так вот провести. Нам нужно сейчас найти автобус, куда нам садиться. Вот, кстати, славянские поезда. Ну, в общем, интересная страна. Я первый раз здесь, ну, вообще в этой стране. Так что будет море красивого видео сейчас. И вот. Ага, я вижу уже автобус на остановку. Все, ребят, смотрите, будет интересно. Мы уже в отеле, и вот наш вид из окна. Там, смотрю, канатная дорога есть. В общем, ну, замка отсюда не видно, но озеро недалеко. Отель такой неплохой, я окно так открыла. Такой нормальный. Тут и завтраки, вот смотрите, и место для одного ребенка, для двоих. В общем, удобно. Все есть, кроме чайника. Чайник мне пришлось покупать. Представляете, вот маленький такой купила, 400 мл. Там даже были такие вот чашечки. Две пластмассовые. Ну, тут есть стаканы, слава богу, хоть это есть. Но пригодится, потому что мы часто куда-то ездим, что-то смотрим. Ну, вообще красиво, конечно, мне очень нравится. Знаете, вообще период такой весны прекрасен. А когда ты едешь, и вокруг там одно дерево розовенькое, другая магнолия, еще что-то. Кстати, если там посмотреть, там видите, тоже много за окном. Что-то цветет розовое, потом вот розовое и фиолетовый цвет. Вот так, это красиво. В общем, очень-очень интересно. Сейчас пойдем гулять по городу, знакомиться. Плюс мы ж на Пасху приехали, нам нужно еще затариться продуктами. Но тут вроде бы только воскресенье закрыто. А понедельник нам уже домой. Ну так вот, сейчас пятница, кстати. Боже мой, смотрите, как же я мечтала увидеть его вживую. Вот замок Блэтский, а там вот церковь, которая посреди озера Блэт. Идем и прям восхищаемся. Высажено все цветами, красиво очень смотрится. Ну, смотрите, как красиво нарциссы. Еще на фоне очень красивом таком. Вот еще поляна целая с нарциссов, красиво очень. Такие желтые, зелененькие. Прекрасно. Thank you.
Идиллия. Идиллия такая. Вот он, вход такой в эту церковь интересный. Ну, он закрытый, видите, оранжевый. Вот. Не знаю, где-то на сайтах читала, что 11 евро стоит сюда вход. Ребенку, наверное, чуть-чуть дешевле. Ну, не знаю, посмотрим. Может, хотя бы так. Смотрите, видите, вот, вот она. Та самая церковь озера Блэд. Видите, вон лодки стоят, ждут. Тут получается, ну, сюда ты приехал, туда и обратно. В любое время забирают. Ой, красиво, конечно, здесь классно. Еще весенние цветы. Смотрите, видите? Здорово. Так, поднимаешься. Сюда вот святая какая-то. Ух ты, красиво как. И вид красивый открывается. Видите, лодочки. Хочу с такой открытой проехаться. Не закрытой. Мы в закрытой ехали. Хочется в открытой. Красиво очень. Вот типа парка, ну вот, красиво, тут отель какой-то вот за забором, какой-то отель, и мы ходим гуляем, смотрите, там всякие нарциссы, гиацинты посажены, очень красивое место, и церковь прям близко-близко, невероятно красиво очень. Как тут на заграде вот этой вот, какое большое дерево огромное. Ух ты, как красиво. Безумно красиво.